Сегодня мы обошли улицы Ленина, Ашхабадская, улица Октября, Юбилейный проспект. Все задачи были получены, касающиеся этих микрорайонов. Это и прогребание газонов, где еще управляющие компании не сделали это, ямочный ремонт асфальтового покрытия, много замечаний. Также будем устранять вопросы, касающиеся общественных территорий. Это и плитка, это и смет. То есть все, что сегодня было пройдено ногами, будем устранять.